Всем привет, с вами Диз. Я продолжаю обозревать интересные, на мой взгляд, моды в игре Майнкрафт. Сегодня у нас один очень интересный мод, который убирает шкалу голода в игре Майнкрафт. Сейчас вы видите, внизу экрана у меня только лишь сердечки. И вся еда теперь будет восстанавливать столько хп, именно сердечек. Сколько она восстанавливала раньше, именно... голода. У меня здесь есть лава, давайте окунемся в ней. Так, я умер. Так, у меня здесь есть лава. Мы будем в ней сейчас окунаться. Все, окунулись. Так, мы горим. И вот, у нас нету 4 сердечек. Мы едим яблоко. Едим, едим. И оно восстанавливает нам целых 2 сердечка. Едим рыбу жареную. И оно восстанавливает нам именно сердечки. По-моему, 2,5. Едим супчик. Как раз нету 5 сердечек. И восстановило нам 4 сердечка. Вроде бы как и должно. Нормал стоит. ХП будет регаться, но не сильно. Опять окунемся в лаву. Так. Поедим стейк. Вот, поели. Нету 3. Поедим еще раз. 2,5 остановилось. Сейчас догорим. Едим паучий глаз. Отравились. Poison. И все нормально. Отравились ненадолго, как видите. Так, курочку нафиг. Сейчас мы поедим, допустим, зомбятину. Мы ее едим. Да. У нас появилась словность на 3. Восстановились, но замедление 3 уровня на 30 секунд появилось у нас. Экран приблизился, и мы стали ходить гораздо медленнее. Да, довольно интересно поступил разработчик мода. Даже когда нажимаю F5, видите, сейчас все очень близко. Вот. С этим играть довольно сложно. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, фолловьте меня в Твиттере, вступайте в группу ВКонтакте. До скорой встречи!